Это первый урок в международной школе «Киберван». Урок пробный, поэтому пригласили и родителей. «Киберван» – образовательная площадка для мазырян от 6 до 14 лет. Такие школы функционируют в 25 странах и являются учебным заведением, квалифицированным корпорацией Microsoft. В 2018 году признаны лучшим образовательным учреждением на территории Евросоюза. Всего в Беларуси три такие школы. Мозырская открылась второй по счету. Мы запускаем новый проект для нашего города. Это международная IT-школа «Киберван». Именно международная, потому что она уже на сегодняшний день действует в больше, чем в 25 странах мира. Вот, и очень успешно и прогрессивно развивается в этом направлении. Это школа для подрастающего будущего поколения, для деток от 6 до 14 лет, где они получают современное цифровое образование, которые они могут в дальнейшем использовать в будущем, да, и тем самым реализовать себя. «Киберван» – это школа IT-грамотности и интернет-этики. Здесь обучают созданию сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, игр, веб-дизайну, этичному блокингу и хакингу, SMM, кибербезопасности, интернет-продвижению, основам мультипликации, а параллельно идет изучение английского языка. Эта школа – суперклассное место для самореализации наших детей. Я об этом говорю и как руководитель этой школы, и как психолог. Дело в том, что здесь замечательная среда, чтобы ребенок смог попробовать, что у него получается. Ну и также очевидно, что IT-сфера очень бурно и интенсивно развивается, и те, кто сейчас уже готовится к деятельности в этой сфере, они однозначно выиграют в перспективе. Поэтому те родители, которые это понимают и которые к нам приходят, они делают классное инвестирование в развитие своих детей. И здесь очень конкретно навыки. Здесь очень много модулей конкретных, практических, и все родители будут видеть, насколько это здорово и по процессу, и по результату. Поэтому мы всех ждем. Занятия проходят в самое удобное время, и выходные, и дни, и будние. Поэтому все, кто ориентирован на эту сферу, добро пожаловать. Цифровой образовательный проект для будущего IT-поколения поддержал мозырский филиал Приорбанка и выделил компьютеры для оснащения учебного класса. Уже далеко не первый случай, когда этот передовой банк помогает полезным инициативам. Я, как коренной житель Мозыря, максимально стараюсь всегда поддержать то новое, что появляется в нашем районе. И когда пришли коллеги и высказались о открытии IT-школы в городе Мозыре, сразу мысль возникла, каким образом можно поучаствовать в этом проекте для того, чтобы поддержать наших юных мозырян. Мы, исходя из потребностей, определили, что в первую очередь необходимо оборудование, на котором необходимо работать. Поэтому нашли возможность выделить необходимое количество компьютеров, необходимой категории для того, чтобы базово помочь развитию этого проекта в городе Мозыре. Ну а если говорить о нашем филиале, то мы поддерживаем хорошие отношения и максимально, чем можем, помогаем нашей Прудковской школе, которая за нами закреплена, где городской больнице, онкологическому диспансеру и вообще учреждениям здравоохранения. Ну и один из тех проектов, которые мы подказываем финансовую поддержку, это наш футбольный клуб «Славия». Многие современные люди зависимы от телефона, в особенности дети с их несформировавшейся психикой. А в «Киберван» предлагают увлечение интернетом и играми преобразовать полезный опыт. Мы были очень удивлены, что появилась такая школа, поскольку время у нас интернет-пространство, новых технологий и немаловажные проблемы интернет-зависимости у детей. Я хочу, чтобы мой ребенок овладел как инструментом современного мира и избежал зависимости компьютерной. Поскольку я мама, и помимо того, что я мама, я еще и психолог, я этой проблеме отдаю отчет. И тут появилась такая возможность. Мы увидели рекламу в интернете, заинтересовались, впечатлило очень, и вот пришли сегодня на пробное занятие. В мозырской школе «Киберван» с учениками, а здесь их называют резидентами, работают не только грамотные педагоги, но и профессиональные психологи, которые помогут раскрыть потенциал ребенка. А еще в «Киберван» учат финансовой грамотности. За успехи в образовательном процессе ребята будут получать внутреннюю валюту – кибероны, которой можно расплатиться за товары внутри кибершколы. Напоминаем, записаться на бесплатный пробный урок можно по телефонам 8033-311-1680, 8029-733-2486.